Здравствуйте, в эфире Пушкинское телевидение, наши новости. Я и мои коллеги пристально следим за развитием событий в городе и районе. Сегодня новостей немного, но все они значимы. О них мы вам и расскажем. Смотрите в выпуске. Праздник в трех частях. 120-летие со дня рождения Владимира Маяковского отметили в нескольких памятных местах города. Open Air на Серебрянке. Водно-спортивная база вновь принимала у себя ветеранов гребного спорта со всей России и даже из стран СНГ. В этом году не только в России, но и в мире отмечается 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Для Пушкина эта дата особенно важна. Именно нашему городу Владимир Маяковский посвятил одно из самых своих известных стихотворений, потому что очень любил бывать в этих местах. О том, как отмечали юбилейный день рождения пушкинца, специальный репортаж Алены Якубовской. Он приходит с рассветом, золотыми лучами. Слышу сердце поэта, Маяковский здесь с нами. И до самого солнца, до неба звездного взлетают орлами стихи Маяковского. Это место по праву связано с Маяковским, который прославил наш город, вел его в большую литературу российского масштаба и мирового масштаба, и в конце концов прописал наш город на культурной карте России. Великий мыслитель. Есть какой-то вокруг памятника, вот эта атмосфера, да, в которую вот хочется постоянно входить вот с какими-то своими сокровенными, отчаянными мыслями. Просто удивительно. Но свое, а ты болтали так. Наш музей собирает материал о Маяковском. Материал собран в папку приличный, хороший. Здесь сейчас готовят к выпуску альбом, посвященный Владимиру Владимировичу Маяковскому. В этом альбоме мы постарались с зятем и дочерьми собрать весь материал, возможный, по Маяковскому в Пушкино в данное время. То есть мы побывали с отцом Андреем у памятника Маяковскому, у дачи Маяковского. Мы сходили в нашу библиотеку Маяковского. При горах Пушкина горбил Акуловой горою. А низ горы деревни был, кривился крыш корою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверно, спускалось солнце каждый раз медлительно и верно. Накануне своей гибели, 13 апреля 30 года, в присутствии Вероники Витольевны Полонской, своей невесты, он был задумчив, потом поднял глаза вверх и произнес на выдохе: «О Господи!» Полонская удивилась и говорит: «Мир перевернулся, Маяковский молится, вы что, говорит, верующий человек?» На что он после паузы ответил: «Я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю». Он не отрекся. И вот это меня также к Маяковскому привлекает. Во-первых, то, что он ничего не отрицал, что он был открытым для новых идей. И единственным требованием, я думаю, для него была актуальность. Вот та самая Акулова гора. На ней находится улица с одноименным названием. Под одним из своих стихотворений Маяковский даже написал точный адрес. Город Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге. Thank you.
Терраса была открытая, деревянная. Вот там, где терраса. Она была немножечко как бы вот объемнее. Ну да, такая она. Дом-то был деревянный. Да. И лестница вниз такая была большая. Да, большая лестница. Да. И там внизу стояли скамейки, все вот мы усаживались там. У меня есть фотоматериал, мы все фотографировали, даже на дерево залезали специально, чтобы сверху снять. Внешне он будет абсолютно такой же. И окна, все расположения, внутреннее пространство абсолютно такая, какая была при вот Маяковском. Вы все ваша жена. Молодые все. Спасибо за внимание. Руки увидели. Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой и бучей, и того лучше. Он головой вселенную достал, осмысливая прочие миры, не для того, чтобы платочком шелковым вытирать несуществующую пыль. Товарищ Маяковский, я пришел к вам, как к заправочной колонке автомобиля. Во благо города у вас ехали. Он очень ярко говорит. Картина сразу уже представляется. Он же был художником, и я, так как являюсь театральным художником, учусь на него. Мне он понравился. Я сделала репродукцию картин «Окна роста» о людях, которые были вначале неграмотны и в революционное время не начали учиться, как люди из бедноты того времени пытались опять строить заводы, чтобы были рабочие, крестьяне. Мальчик радостный пошел, и решила кроха, буду делать хорошо и не буду плохо. Буду делать хорошо и не буду плохо. И спортивная новость прошедших выходных. 16-й раз в нашем городе проводился всероссийский чемпионат по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. Каждый год мы принимаем гостей из многих городов России, тех, для кого этот замечательный вид спорта стал судьбой. С каким настроением чемпионат прошел в этот раз, расскажет Светлана Софинская. Давно хотел, не было возможности. Сначала финансовой, потом по времени не было. А вот сейчас 60 лет, дело к пенсии, появилось свободное время. Помог наш спорткомитет. Я живу не в Владивостоке, я живу 220 километров от Владивостока, на берегу моря, у меня свой дом. Я выхожу утром рано, хожу с байдаркой иногда и катаюсь в свое удовольствие. У меня самочувствие есть лучше почему-то. Атмосфера хорошая, идет, все ветераны улыбаются. Я хочу, чтобы ты попал в общество людей, где нет злых, где одни добрые. Вот такое. И это очень радует, и я надеюсь, что у нас еще вечер будет, у нас еще завтра будет день, и мы будем все обниматься, наслаждаться общением, и будет все здорово. Thank you.
немножко. Да, да, да. А такие люди, да, они оба помогают. Маша у нас ведает уборкой территории, постели заправить. Вот. А Рома помогает уже чисто технически там лодку подготовить к соревнованиям и завоевать какую-то медаль. Чем эти соревнования интересны? То, что они у нас являются в России единственными соревнованиями, где могут выступать спортсмены старше 30 лет. Приезжают ребята, которые тренировались. Вот я, например, со своим напарником не виделся почти 20 лет. Сейчас они впитывают вот этот спортивный дух. Они сейчас вот смотрят на спортсменов, смотрят, как вот они гоняются, они помогают выносить лодки, протирать лодки. Вот. То есть они уже, я знаю, что они не будут у меня заниматься чем-то вот негативным на улице. То есть они сейчас уже впитывают вот этот здоровый образ жизни. Я запоминаю то, что когда он соревнуется, он его там награждает, кубки дает, медали. А какой тебе спорт нравится? Будешь байдаркой заниматься или каким другим? Я хочу заниматься гимнастикой. На дистанции 1,5 километра. Передает из поколения в поколение. Это вот и есть то, в первую очередь преемственность поколений, да, то, о чем мы говорим. Для того, чтобы зажечь других, надо гореть самому. Здесь собираются воистину вот те люди, которые и зажигают своими действиями, своим жизненным опытом, своим долголетием, в конце концов, потому что мы видим, что значительное число участников перешагнуло уже 80-летний рубеж своего жизненного пути. И это как пример, да, людей, тех, которые задумываются о завтрашнем дне, что именно вот такое отношение к своему здоровью, к спорту и позволяет прожить на нашей замечательной планете такое долгое количество лет. Вот по результатам, как вот так она выглядит. А сейчас несколько объявлений. Внимание, у нас в городе снова проводится донорская акция. 29 июля с 9 до 13 часов в здании взрослой поликлиники по адресу улица 50 лет Комсомола, дом 45. Наличие паспорта обязательно. Быть донором значит быть здоровым душой и телом. Не оставайтесь равнодушными. И еще одна важная информация для автолюбителей. В связи с проведением массового мероприятия 27 июля с 10 до 24 часов сквозной проезд по Кудринскому шоссе будет закрыт. Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства. На этом новостная информация подошла к концу. Сразу после рекламного блока смотрите в нашем эфире, как обычно, по понедельникам «Православное слово» с отцом Иоанном Клименко. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения.
Добрый день. В пятницу 12 числа Православная Церковь празднует память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Ну, во-первых, вроде с одной стороны сейчас все все знают, вот, но я так все равно вкратце скажу, кто такие апостолы. Апостолы – это ученики Христовы. Но они, это не просто ученики, это еще те люди, которые, слышав благовестие Христово, быв рядом со Спасителем, вот, еще Слово Божие понесли в массы. Причем это не просто люди, это люди, на которых сошел Святой Дух. Как раз в тот день, который мы называем праздник Святой Троицы, или день Пятидесятницы, то есть 50-й день после воскресения Христова, или 10-й день после вознесения Господа Иисуса Христа на землю. То есть апостолы – это не просто люди, не просто ученики, а люди, на которых сошел Святой Дух, и которые получили от Бога силу и власть нести Слово Божие, получили от Бога силу и власть совершать таинство, то есть крестить людей, прощать грехи людям, присуществлять хлеб и вино в тело и кровь, которые получили власть исцелять болезни, венчать людей и рукополагать других диаконов, священников, епископов. Это есть апостолы. Я почему немножко отступил от того, что я говорю, все мы считаем, что мы все, все знаем, вот, но с одной стороны мы ничего не знаем, люди. И многие, слышав так, имея поверхностное знание о вере православной, именуют себя православными. В то же время церковь, если ходит, то очень редко, крайне редко. И кричат, что они верующие, а вера, еще раз напомню, это не знание о Боге, а это доверить себя святой воле Божией и жить не так, как я хочу, а так, как мне говорит Господь, потому что я себя Ему доверил. Первое и второе – это общение с Богом, которое достигается не только в молитве, а в первую очередь в таинствах. Ну, крещение не буду говорить, потому что почти все крещеные, а самое главное – в исповеди, в причастии, в соборе, в венчании. Особенно исповедь, причастие должны регулярно совершаться. Тогда человек живет церковную жизнь, когда он христианин, тогда он верующий. А когда человек знает, что Бог есть, а церковь ходит только там 3-4-5 раз в году, или когда что-нибудь с ним приключится, надо попросить у Бога помощи, приходит. Это не есть вера, это есть просто знание о Боге. Но это я просто отступил. Это я каждый раз говорю, напоминаю, потому что приходится постоянно людям говорить, я все знаю. Только причастие скажешь, я все знаю. А когда причащался? Никогда. Когда исповедовался? Никогда. А я все знаю. Как человек может знать, что такое исповедь, если он ни разу не исповедовался? Как он может знать, что такое причастие, если он ни разу не причащался? Точно так же мы нахватали знания, кто из интернета, кто от бабушек, я извиняюсь, глупостей всяких очень часто. Причем приходят эти глупости, священник начинает доказывать. А мне сказали, а мне бабушки сказали, что ты, батюшка, со мной споришь? Мне бабушка сказала. Бабушки, они тоже очень безграмотные. И те, которые в церкви, тоже зачастую ничего не знают. Но у всех есть болезнь поучать, поэтому церковные бабушки тоже любят поучать, свою гордыню так это реализовать. А гордыня – это грех, кстати. Вот. А мы по своей гордыне предпочитаем послушать бабушку строптивую, которая ничего не знает, чем священник, который знает. Потому что так удобнее, выгоднее. Так вот, поэтому я начал издалека. Теперь, почему церковь почитает именно апостолов Петра и Павла? Именно этот праздник. Вот, это же два совершенно так противоположных и по призванию, и по складу ума, и по образу жизни, и по происхождению. Это два совершенно противоположных человека. И они первоверховные. И что интересно, апостол Павел апостола Петра видел всего там 2-3 раза всего в жизни. Всего несколько раз он видел. Может быть, чуть больше, но там точно трудно сказать. Но вот мы знаем по книге Деяний, он ходил с оглядки Петра. Вот, видим, что это все было несколько раз. Вот, и, значит, апостол Петр, это человек простой, из рыбаков, человек семейный, женатый, человек
прямолинейный. Да, да, нет, нет. Это хорошее качество. Вот, человек необразованный. Не учился нигде. Но он быстро уверовал в Господа Иисуса Христа. Он быстро понял, что это тот самый Мессия, которого ждут. Что тот самый Спаситель, которого ждет весь мир. Апостол Павел, наоборот, он хоть и еврей по национальности, так же, как и апостол Петр, но, в отличие от Петра, он имел римское гражданство. То есть Израиль входил в состав Римской империи, и многие определенные какие-то часть евреев, еврейского народа могла получить еврейское гражданство. Это было большой дефицит, это было большое достижение. Вот, и евреи, которые имели римское гражданство, они уже были римскими гражданами и жили, то есть уже к ним закон относились те, которые относятся не к порабощенным народам, а те, которые относятся к гражданам. То есть у них все было по-другому. Так вот, он был римским гражданином, вот, но учился у великого иудейского ученого и философа Гамалиила. Гамалиил был величайший ученый, величайший знаток Священного Писания. Вот, и апостол Павел, его настоящее имя Савл, если по книге Деяний, или более правильно Саул, в принципе, это одно и то же. Украдкой читается, как вы, суть одна. Вот. Он не принял Христа, он был гонителем Христа, он уничтожал даже христиан, и книга Деяний нам повествует о том, что он принимал участие, ну, по одним данным, что активное участие есть, по другим данным, что он стерег одежды тех, которые камнями убивали первомученика архидиакона Стефана, первого мученика христианского. Но, однако, он принимал участие. И он испросил у властей разрешение и войско, чтобы идти в Дамаск на борьбу с тамошними христианами. Потому что он слышал, что там много христиан православных, он пошел туда. И ему явился сам Христос. Но явился не в том виде, как он был на земле, не в виде Бога человека, а в виде яркого огня. Яркого света, неправильно сказал, в виде яркого света. Свет был такой, что он ослепил будущего апостола Павла, то есть Савла, и сказал: «Савле, Савле, трудно тебе идти против вражна». Он ослеп, растерялся. Долгое время пребывал в раздумьях, понял, против кого он воюет, понял, что он против самого Господа Бога вражду затеял, осознал, раскаялся и пожелал принять христианство, креститься. И он был крещен и прозрел после этого. Но, однако, Господь не давал ему, то есть он хоть и прозрел, но глаза у него были больные. Он мучился с глазами постоянно, и он сам о себе писал в книге: «Дадеся мне жало в плоть, ангел станин, да пакости ми деет, да творит мне пакости». Вот много раз я просил Господа, чтобы он исцелил меня от этого, но Господь не исцелил. То есть Господь оставил ему в память о том, чтобы он не забывал, что он был гонителем самого Христа и последователей христовых христиан. Вот. Но, однако, он стал активным проповедником Слова Божия. Он активно проповедовал, он нес в массы Слово Божие. И если мы знаем, там, допустим, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, 4 Евангелия, книга Деяний написана апостолом Лукой, опять же, вот. Апокалипсис и 3 послания Иоанна написано апостолом Иоанном,
есть два послания апостола Петра, апостола Якова, остальные все послания написаны апостолом Павлом, написаны ко всем категориям людей. Так вот, разные апостолы писали для разных категорий людей. Апостол Павел написал много посланий к римлянам, к коринфянам, к эфесянам, к евреям и так далее. Но к филиппийцам. Но что интересно, если из этих посланий изучать внимательно, то там решаются вопросы сугубо такого иудейского толка. И мы, вникая в эти послания, видим, что он писал для всех людей, вообще для всех, для всего человечества, для всего мира. Вот. Но он писал, в то же время очень много писал для римских евреев, для коринфских евреев, для фессалоникийских евреев, для эфесских евреев, ну и так далее. Потому что еврейский народ, он, в общем-то, везде присутствует. И еврейский народ, одни христианство приняли сразу, так как вот церковь, а другие пытались как-то совместить иудаизм с христианством. И вот апостол Павел им сам писал: я сам вот еврей от евреев и по убеждению фарисей. То есть я вам говорю. И он им говорил, что хорошо и что плохо, что можно, что нельзя. То есть, потому что возникло много наслоений всевозможных, которые уже были не от Бога, а от человека, от людей. И вот эти наслоения, которые не вредят, пожалуйста, которые где-то как-то что-то, те уже рекомендовались отметать. Поэтому он писал для всех людей и в то же время писал для своих соплеменников, писал очень много в каждом народе рассеяно. И я бы советовал апостола Павла читать всем, потому что там столько мудрости заложено, там столько знаний заложено, там столько веры заложено. И там буквально каждая, что ни фраза, то мудрость. Вот, мудрость, которая нас наставляет на каждый день. Многие благочестивые и не очень благочестивые христиане читают, берут на себя подвиг читать по одной главе Евангелия в день. Ну, во-первых, Евангелие я бы советовал читать не по одной главе, а гораздо больше. Ну, что там одна глава? Прочешь там хотя бы глав 5, тогда уже как-то картина такая, и смысл жизни, и сила Божия чувствуется. Вот. А вот послание апостола, да там хоть по предложению читать, там какая-то всегда мудрость большая. Так вот, вернемся к апостолам. Апостолы – это люди, опять, не просто ученики, это люди, на которых сошла благодать Святого Духа. Это люди, которые говорили не только свое, но говорили Божие. Почему мы говорим Священное Писание, Слово Божие? Потому что это Слово Божие. Вот. Но оно сказано людьми. То есть Дух Святой апостолам, евангелистам, тому же апостолу Павлу, диктовал, что говорить. А он, не утрачивая своих личностных восприятий, это все писал и говорил. Вот. Потому что если вот диктовать человеку свои мысли, вот один человек другому, то порабощает свободу пишущего. Он пишет уже не то, что он хочет писать, а то, что ему говорят. А Бог, поскольку он сам абсолютно свободен, то и Слово Божие, оно освобождает человека. И поэтому Слово Божие, которое продиктовано Святым Духом, апостолам, никоим образом не нарушало их человеческую свободу, не нарушало их личностные качества. Поэтому мы видим, каждое Евангелие, оно имеет свои личностные качества. Видно авторский стиль, авторский почерк, авторское мышление. Но в то же время там Слово Божие присутствует и доминирует. Вот. И поэтому Священное Писание мы должны читать не как там какой-то памятник, какой-то философский труд или еще как что-то. Это слово самого Господа Бога. Да, оно сказано через людей, через апостолов, через пророков, если это Ветхий Завет. Но оно сказано Богом через них. И это слово Божие. То есть это слово, которое передали нам, но оно силу Божию не потеряло. И все те, кто читает Писание с благоговением, они эту силу видят и чувствуют. Когда человек пытается Писание читать, вот я пойму, я разберусь, я должен узнать, я должен постичь. Вот я сейчас
критически подходит к этому, то ему Господь не открывает. То, что Господь сказал, что он открывает истину младенцам, то есть кротким и смиренным, и скрывает ее от мудрых. То есть если человек возомнил себя умным, ему все закроется, любая мудрость Божия закроется. И наоборот, если человек подходит с благоговением, с любовью, ему откроется очень много. Поэтому, а мы сейчас, в наше время, возгордились, мы все себя считаем умными. И я по поводу умности просил бы обратить внимание. Вот, допустим, уровень образования, я не в обиду никому, старшего поколения и младшего поколения. Это совершенно разные уровни. Старших поколений учили при советской власти основательно. И в институтах учили капитально, давали знания, и в школе знания закладывали такие, что на всю жизнь. В средних учебных заведениях знания, и кого из там старых поколений не спроси, они все знают, они все помнят. Молодежь, если взять, они тоже учатся, да и в школах, и в институтах учатся. А слушай, они почти ничего не знают. И вот я к чему? Я не в обиду опять никому, но уровень знаний меньше. А почему все равно считаем, что я все знаю, я все понимаю, я умный, я умная, все. Да тут та самая гордыня ума, которая от нас скрывает мудрость. И в первую очередь мудрость Божию. Если у нас эта гордыня будет, то мы, во-первых, и мудрость Божию вряд ли постигнем, и к Богу вряд ли приблизимся, потому что сказано, Бог гордым противится, в том числе и гордым умом. Те, кто лучше, они умные, что они. Там, если приходится слышать там некоторые, а почему же Бог, а куда Бог смотрит, а почему Бог так поступил? Да кто я такой Богу указывать? Бог лучше меня знает, нет, я ничего не знаю. Вот, а если мы, а почему, а что, значит, мы кому подобились? Дьяволу. Чем человек проще, то есть чем меньше гордыни, тем он ближе к Богу, тем у него больше мудрости и свободы. Чем он больше «я», так, тем он дальше от Бога, тем он ближе к дьяволу, тем у него меньше мудрости, меньше знаний и меньше свободы. Он порабощен, и своей же гордыни порабощен. Вот. Но апостолы – это люди, не только которые говорили о Боге, о Христе, но люди, которые нам, через которых Бог, вернее, правильно сказать, нас ведет к себе, через которым Бог нас учит, опять же, что надо исповедоваться, причащаться. Так, апостол Павел говорит очень много о церкви. Что такое церковь? Что это богочеловеческий организм, глава которого Христос, а члены все мы. Что как через привитие к доброй маслине там диких каких-то плодов, к доброй лозе диких плодов, они тоже облагораживаются. Так и мы через причастие, которое в церкви, нигде больше, мы прививаемся к самому Христу. Вот. А без причастия мы ни к чему не привьемся, а причастие только в церкви, а причастие только через священство, опять, которое даже Бог дал. Потому что только они получили силу и власть совершать таинство, в том числе присуществлять хлеб, вино, тело и кровь, через которое мы соединяемся с самим Богом. А нам наши враги опять что? А там церковь такая сякая, там попы такие сякие, попы то, попы сё. Попы на машинах ездят. Да сейчас уже бомжи на машинах ездят. Ну и что? Так, они сотовый телефон ходят. Кого с телефоном сотовым удивишь? Я говорю, сейчас нищие с сотовыми телефонами ходят. Это уже смешно. Вот. А потом, мы, может быть, с удовольствием ходили бы пешком и не пользовались бы телефонами. Но вы же все звоните. И все спрашиваете. Так, и все надо отвечать, и все надо помогать. Значит, нужно? Нужно. Вот. Точно так же и все остальное. Это а дьявол нам вот-вот-вот. Там типа Христос ездил на осле, так давайте и батюшки, давайте на ослах ездите. Но если батюшка под осле приедет, то всех больницу тут же посадят. Положат, вернее. Но дело не в этом, я не к тому, что хочу, там что-то хочу сказать по этому поводу, а к тому, что они, апостолы, нас делают детьми церкви, они нас увлекут в церковь, потому что без церкви нет спасения. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот. А нам сейчас, типа, внушается, Бог есть, допустим, да, хорошо, а вот русская православная церковь, там она сама себя там дискредитировала, никто никого не дискредитировал. Вот. Это специально борьба с церковью, она, еще раз говорю, велась,
ведется и будет вестись, потому что Господь Иисус Христос сказал: «Меня слушали, и вас будут слушать», то есть священников. «Меня гнали, и вас будут гнать». Поэтому ничего здесь удивительного нету. И мы должны слушать не голос дьявола, а голос апостолов, которые нас зовут к Богу. Всего доброго, с праздником! Beep, beep, beep.